На сегодняшний день, по предварительным, подчеркиваю это данным, в выборах приняли участие 1 286 470 избирателей. Это 56,37%. Голоса располагаются таким образом после обработки, подчеркну, 94% избирательных бюллетеней. Запись Кайкина Владимира Юрьевича проголосовало 58 855 избирателей. Это 4,58%. Это у нас третий результат. За Селюкова Михаила Викторовича проголосовало 78 608 избирателей, что составляет 6,12%. И за Якушева Владимира Владимировича проголосовало более миллиона, 1 121 690 человек, что составляет 87,3%. Я подчеркну еще раз, что у нас получается около 6% необработанных бюллетеней, в связи с тем, что явка была серьезная, в основном это город Тюмень. Это Ленинский и Центральный административный округа города Тюмени.